Первый в Беларуси арендный дом для медицинских работников сегодня торжественно открыли в Бресте. И в этом немалая заслуга председателя Брестского облсполкома Юрия Шулейко, который, чтобы внедрить подобную практику, обратился к президенту Республики Беларусь. Деньги были выделены из бюджета области за счет сэкономленных средств, и за 6 месяцев компания «Брестжилстрой» возвела добротную девятиэтажку на 5000 квадратных метров в шаговой доступности от областной больницы. Дом на улице Медицинской, 4А, предназначен только для работников областной клинической больницы. Он находится в медицинском городке рядом с двумя общежитиями. Когда изучали подход, кому в первую очередь нужен для того, чтобы было честно и открыто, то мы объективно увидели, что этот дом нужен сегодня в первую очередь медикам. О чем мы, в принципе, в распоряжении президент поддержал нашу, так сказать, идею. Было принято такое решение для того, чтобы улучшить условия проживания, оперативности решения, так сказать, вопросов, связанных с лечением, то, что врач находится очень близко к рабочему месту. При строительстве использованы материалы белорусского производства. Дом сдан с чистовой отделкой. 2 подъезда, 10 этажей, 80 квартир и столько же новоселов. Постепенно его жильцами станут порядка 200 медицинских работников, которые с этого дня уже получают ключи и начинают заселение. О новом доме и его новых жильцах, об их эмоциях и впечатлениях мы вам расскажем уже завтра в субботнем эфире программы «Итоги недели». Смотрите нас в 19:30.